Ну что, вот мы готовимся к Хэллоуину, сделали уже определенные шаги. Сегодня я буду зомби. Сначала я взял свой старый свитер и надел в нем кучу разных дырок. Потом две татуировки, одну на живот, такая зашитая, и вторую сюда. Далее последовал ожог на руку. Тоже отсвечивает, так не получилось. Видно. И после ожога мы занялись моим лицом, сделали вот такой вот шрам. Сейчас мы добавим сюда еще один и будем гримироваться. Ну, что будет дальше, увидим. И сейчас мы приступим гримировать лицо, делать ускорение, ну и окончательно. Блеска не видно. Ну вот, готов наш зомби. Сейчас мы будем снимать такой мини-ролик. Все у нас есть, все как положено, и даже оскал. Ну. Теперь следующий шаг сделать из меня вампир. Ну такого скромного. Обычного вампира, без всяких там наворотов. Делается он очень быстро. Поэтому вскоре вы увидите, к сожалению, мало волос, поэтому сделал что-то вроде того. Ну, до Дракулы еще не дорос, но может быть хотя бы до Роберта Паттинсона. Поехали. Вот такой вампир у нас получился. Как оказалось, сделать его гораздо сложнее, чем зомби. Очень хотелось бы сделать еще кого-нибудь, но уже нет времени, ни рабочих элементов. Поэтому это последний персонаж на данный Хэллоуин.